Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi Q5. Ремонт переда. Итак, я разобрал передок, и мне надо отремонтировать левую верхнюю часть лонжерона и переднюю дверь. Итак, погнали. Но сначала хочу представить и посоветовать молодой канал моего знакомого. Там есть что посмотреть интересного. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Ссылка в описании. Первым делом я вытягиваю. Итак, с вытяжкой я закончил. Теперь я возьму нужный кусок с донорской части и затем заменю его. Итак, с
сварочные работы закончены. Замененную часть покрашу. Теперь подровняю эту детальку и затем начну равнять переднюю дверь. Для ремонта двери буду использовать споттер. Установил дверь для контроля над зазором. Работа с металлом закончена. Устанавливаю все детали переда. Моя работа закончена. Отдаю машину владельцу. На эту работу ушло 27 часов. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!